Здравствуйте, меня зовут Клокель Елена, я детский и семейный психолог, арт-терапевт, преподаватель кафедры психологии Академии последипломного образования. Я живу и работаю в Минске. И я хочу поделиться с вами огромной радостью. Я прошла обучение по программе арт-коучинга у Елены Тарариной. И вы знаете, каждый раз я убеждаюсь, что все, что происходит в моей жизни, происходит не случайно. И информация об этом тренинге, об этой программе тоже пришла в мою жизнь тогда, когда в моей профессиональной деятельности наметился легкий застой. Мне нужно было подумать о том, куда мне двигаться дальше, что мне делать в моей профессии, как мне использовать мои арт-терапевтические знания еще, в каком направлении нужно двигаться. В общем, я нуждалась в такой серьезной ревизии своих профессиональных достижений и четкого понимания своих перспектив. И на курсе по арт-коучингу я не только достигла этих целей, но также получила еще нечто большее, чем даже ожидала. Благодаря тем заданиям, которые давала нам Елена, эти полтора месяца пронеслись с огромной скоростью. Я завершила часть дел, которые долгое время откладывала в самый дальний ящик и даже не хотела подходить к ним. У меня родился новый проект, благодаря тому вдохновению, которое поселила меня Елена, под названием, таким рабочим названием, «Арт-коктейль». И цель этого проекта – создание творческой площадки для молодых специалистов, психологов и арт-терапевтов. Но самым главным, самым интересным событием в этот период для меня была это поездка в Киев на фестиваль арт-практик, где я получила массу впечатлений, массу удовольствия, познакомилась с новыми интересными людьми. А самое главное, я лично познакомилась с Еленой Тарариной. И это было здорово. И мне хочется сказать огромное спасибо Елене, ее группе, Елене Косяненко, Елене Зуевой, Лене Бесчастной за то бережное отношение к каждому участнику группы, за ту экологичность, с которой работала Лена, за тот высокий профессионализм, который она демонстрировала. В общем, Лена не давала нам скучать. Эти техники, она активно делилась с нами своим профессионализмом. Она обучала нас арт-коучинговым техникам. Нам необходимо было думать, чувствовать, а главное действовать. И вы знаете, я научилась за это время проводить арт-коучинговые сессии. Я научилась слушать своих клиентов, понимать их. Мне приятно думать, что благодаря мне они достигали своих собственных целей. А главное, мне приятно, что я сама развивалась и достигала своих собственных личных и профессиональных целей. Поэтому еще раз огромное спасибо Елене за то, что у меня была такая возможность обучаться у нее, была возможность развиваться личностно, духовно и профессионально. В общем, это было круто.